представляю, ну и показываю. Скорее всего, этот видеоролик перед отправкой Александру из Липецка, который купил у меня этот радиоприемник. Радиоприемник высшего класса, высшей группы сложности, Ленинград 010 стерео. В советское время он был очень актуален и очень дорогой. Так, комплектовался этот радиоприемник еще вот такими вот вкладышами, тубами. То есть, помимо сети питания электрической сети 220 вольт, была возможность питаться и батарейками. Если большие бочоночки, 373, их 6 штук, вставляются в батарейный отсек. Если их нет, то можно батарейки типа размера 343 вот в эти тубы вставить. И как бы будет работать как батарейки 373. Штатно, полностью комплектный радиоприемник. В хорошем состоянии, несмотря на свои почти, ну сколько? Он 1984 года. Сами посчитайте, сколько ему лет. Так, антенны свои, родные, что левая, что правая. Так, вот, например, вытягиваем. Так, левую, так, и правую. По 8 звеньев. То есть, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмое. Левая точно так же все. Тоже 8 звеньев, вот они. Так, так, ручку пока опущу. Можно, скажем так, вращать их вокруг своей оси. То есть вот, вот таким образом для уверенности приема радиостанций. Ну и левую тоже так же. Вот. То есть можно вращать. Пожалуйста, без проблем. Вот они, эти два рога, носорога. Так, ну что ж, это радиоприемник штатно все работает замечательно, просто великолепно. Шипит, гудит, свистит, трещит. Ну, сейчас вы сами в этом убедитесь. Так, включаю. Так, и включаю длинные волны, диапазон ДВ. Ну и покрутим настройку. СВ-1. СВ-2. КВ-1. КВ-2-5. Вот они здесь располагаются. Так, переводим на УКВ. Так, сейчас сфокусирую. Так, здесь треска шума поменьше. Так, громкость увеличу. Так, здесь. Ну, что я хочу сказать, что радиостанции поймать, ну, практически невозможно на данный момент. Ребята некоторые как бы ставят FM-планки. Ну, не знаю, на Ленинграде ставят FM-планки или нет. Я не разбираюсь в этом деле. Ну или растягивают УКВ диапазон. Я пошел по другому пути. То есть, так, громко сейчас убавлю чуть-чуть. То есть, нажимаю вот эту вот кнопочку. Она обозначает, ну скажем так, в режиме усилителя будет радиоприемник работать, если на него подать сигнал с магнитофона, например. То есть нажимаем. Вот. Так, Bluetooth. Ну, раз Bluetooth, скажем так, вышел, первое. Так, вот максимально я включаю. И с пульта дистанционного управления максимально здесь тоже выставляю позицию. Здесь позиция 30 максимальная. Потому что пультик, видите, какой. Так, никакого зума, свиста, гудения, шипения.
Паразитивного шума нет по Bluetooth каналу. Так, громкость уменьшаю. Я встроил вот сюда вот USB хост. Это первый USB хост, есть второй на задней стороне этого радиоприемника. Так, вот USB флешка. Вот еще одна USB флешечка маленькая. Так, и microSD карточка на 16 гигабайт. Ну, начнем с большой, с длинной. То есть вставляем. Так, ну и пошло воспроизведение. Так, громкость чуть добавлю. Громкость можно уменьшить с пульта дистанционного управления. Вот я уменьшаю. Так, можно увеличить. Путешествие продолжается. Так, следующий трек. Легко. Так, вот сейчас я на паузу поставлю. Тишина. Не гудит, не звенит, не жужжит. Так, следующий трек. Кстати, перематывать можно. Вот эту кнопку, если, например, нажать и удерживать, будет перемотка. Так, вот эту кнопку нажимаем и удерживаем. Трек назад. Если нужен прямой ввод, например, то есть, ну, например, 23. То есть 2-3 нажимаем. Так. Переводим на радиостанцию. Так, сейчас я просто что хочу сказать. Помимо пульта дистанционного управления, я еще озадачился повесить на кнопки ДВ, штатные кнопки ДВ, СВ1, СВ2 и КВ1, управление китайской приборой. То есть ДВ будет режим работы китайской приборы, то есть USB, microSD, FM, Bluetooth. СВ1 пауза и продолжение дальше. СВ2 увеличение громкости, следующий трек и следующая радиостанция. КВ1 уменьшение громкости, предыдущая радиостанция и предыдущий трек. Итак, поехали. Я просто сейчас покажу режим работы. Так, я нажал на клавишу. На шуток. Автопоиск. Тоже, кстати, потому что я работаю. Клавиша автопоиска радиостанций. Вот что я хотел сказать, а то перебивается все. Антенны, вот они. Каждый. Намного дешевле получается, чем покупать. Так, буквально через 7 месяцев это... Следующий трек. Реклама. Следующая радиостанция. Удовольствие. Верхнеупорная футеровка и со всеми системами. В сердце дождя. Так, например,
предыдущий трек. Ой, трек, радиостанция. Что примерно там было? Ну, как еще? И как? Ну, знаете... Громкость надо уменьшить. Нажимаем и удерживаем. Громкость надо увеличить. Нажимаем и удерживаем. В нашем эфире настроение вам поднимает вечеринка Ретро-ФМ. Лучшие танцевальные суперхиты 70-х. Какой-нибудь центр, металлург, монтаж. Ладно, переходим к музыке рокового направления. Так, нажимаем на режим работ. Аксессуары и даже бытовую технику. Просто покрутите барабан. Ювелирные салоны – настоящее золото. Проспект Ленина 23 и Советская 50. Вот я вставил USB-флешку. Вот она, маленькая-маленькая. Так, сейчас пока антенны соберу, чтобы они мне не мешали разворачивать радиоприемник. И разворачиваем. Вот microSD-карточка. То есть вот сюда я встроил еще картридер и microSD-карточку. Можно вставить вот таким образом. Продавить ее вот таким образом. Так, разворачиваем. Сейчас играет уже TiFi карточка, то есть microSD карточка. Соответственно, все так же. Режим работ. Следующий трек. Так вот, громкость убираю обе, и вот пошло. Левая колонка. Следующий. Предыдущий. Так, пока снимаем USB-флешку, разворачиваем. Играет microSD-карточка. Так, флешка. Ну, я считаю, как бы неплохо получилось.
Так что, Александр, все в порядке.